Передали ход, скрестили пальцы, что у мужика нет стены огня. Если у него есть стена огня, то это ГГ с мою сторону. Стены огня нет. Но зато он полечился на 12. Очень неприятная тема сейчас произошла. Но мы вытерпим. Мы справимся. Ну, давайте еще один тотем положим. 3-1. 3-1, 3-1. Но, в принципе, надо избавиться от аптекаря. Или от этого. Да без разницы. 5... Нет, разница есть. Это 4-4, а это 5-4. Ну окей, избавились от этого дебила. Но они такие раз и друг друга так. Так, друг другу подсобили. Положили вот этого парня. И у нас есть провокаторша, которая выдержит удар. Поэтому, в принципе, просто будем бить. И надеяться, что у него нет еще одного аптекаря. Вот потому что аптекарь против шамана, как мы видим, работает просто шикарно. Вот зато мы дроваемся тоже неплохо. Двое, мне нужен ктун. Может быть, мы все-таки до ктуна додроваемся. Я, наконец, смогу применить его обилку. Одноглазый ужас. Провокация, боевой клич. Опять за каждое существо противника. Неприятно. Вообще отстой. Что с ним делать, я не знаю. Вот только если... этот. Ну, вообще не круто. Мне поможет только ктун. Ктун, приди. Ктун... Ребят, сработало. Я готов поверить. Да, ну давайте так это. Давайте угрозу кинем. А потом кинем ктуна. Я страшный ктун. Ну, мог бы зачистить и получше. Получил 1-4. 1-4 трогать нельзя. Или можно? Можно. Сука, и не убить его. Как с такими людьми? Не людьми. Что делать? Как? Этих нельзя трогать. Нельзя их трогать. Сволочь. Ну, придется. Надо как-то прорываться. Получили нашу карту. Давай, лечи, давай. Ктун, забеги. Псих... Опять провокация, божественный щит, что же это такое? Ну, по крайней мере, у него нет ктуна. У него еще нет ктуна. Ну, сейчас. Давай. Значит, мы скастуем эту штучку. И выиграем. Мы скастуем эту штучку и выиграем. 15. Или не выиграем. Плюс 3 к атаке. Так, давайте сначала ктуну прокачаем. Прокачали ктунчика. Отлично. Ктунчика прокачали. Теперь попробуем ударить. Давай. Так, ребята. Убрали так. И пробежали к тунам! Да, это было неплохо. И понял Антоха, что поступил неплохо. И то, что колдунья развела его как лоха. Но сила иного в Антохином взоре. А значит, он будет работать в дозоре. Получили золото, получили ктуна. Это было неплохо. И на этой мажорной ноте мы и завершим. Потому что сейчас 13 минут 10. И потому что сейчас мажорная нота. Спасибо тому человеку, который досидел до конца. Этому безликому герою Хардстоуновского фронта. Я, кстати, недавно знал, что такое Хардстоун. Хардстоун, оказывается, плита в камине. Вот такая тема. Совсем какое-то не магическое слово. Да. И, в принципе, да, мы отключимся. Точнее, это вы-то отключитесь, а я, возможно, и продолжу. А может и нет, хрен знает. Может быть, я сейчас пойду включу третью PlayStation, что-то давно не включал. Но, в принципе, спасибо вам. Светлым вас праздником 1 мая. Днем солидарности трудящихся и прочего дерьма. Спасибо и благодарю.
Мы отключимся через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Никогда не мог отгадать точно, короче, когда вот отключить, чтобы там не было какой-то молчанки такой неудобной. Люди тут спрашивают, откуда у них подписка на меня. Может, младшая сестра оформила? Или старший брат. Ладно, окейушки, окейушки, я удаляюсь из кадра. Покупайте навигатор. Свежий выпуск навигатора комплектуется календарем косплея.